Бывшего главу Федерации футбола Бразилии осудили на 4 года. 86-летний Жозе Мария Марин приговорен Федеральным судом США к тюремному сроку по делу о масштабном коррупционном скандале в ФИФА. Марин был признан виновным в конце прошлого года в связи с получением более 6,5 миллионов долларов взяток от спортивных маркетинговых компаний в обмен на контракты на трансляцию крупных турниров, таких как Копа Америка и Копа Либертадорес. Судья, объявляя приговор бывшему спортивному функционеру, назвала его раковой опухолью, которая опозорила футбол не только у себя дома в Бразилии, но и во всем мире. Учитывая уже отбытый нашим клиентам срок и его хорошее поведение, ему осталось провести в тюрьме 18 месяцев. Он также обязан выплатить около 4,5 миллионов долларов. Бывший президент футбольной конфедерации Бразилии был одним из 7 чиновников ФИФА, арестованных в отеле в Цюрихе в мае 2015 года. Марин был осужден по 6 пунктам обвинения в вымогательстве, отмывании денег и банковском мошенничестве.